Я совершенно не переношу эту работу. Я здесь из-за денег. Я здесь, потому что мне нужны деньги, чтобы платить за ипотеку, за свет, за газ. Если бы не это, я свалил бы 10 лет назад. В этом я абсолютно уверен. Если я сейчас отправлюсь на поиски приключений, не знаю, допустим, уеду на Филиппины, поеду искать работу там, путешествовать по стране, то кто будет платить за квартиру? Ее банк заберет? Лучшее, что есть в моей жизни, это квартира. Это то, что больше всего меня радует на сегодняшний день. Моя квартира. В июне будет 15 лет, как я здесь. 15 лет, каждую неделю, каждый день, час за часом. В итоге я здесь больше времени, чем дома. Сюда приходили устраиваться на работу 100 тысяч человек. Час побудут и уходят. Не выдерживают. Говорят, ты знаешь, мне позвонили, я другую работу нашел, лучше этой. Но это вранье. Просто не выдерживают, а признаться не могут. Ну что ж, ради бога, удачи.